Дорогая, посмотри на меня. А ты посмотри на меня. Я готов. К чему ты готов? Ты что, забыла? У нас сегодня в фирме, где я работаю, новогодний корпоратив. Нет, я не забыла, я просто хотела уточнить. У вас на фирме работает 300 женщин. Ты единственный мужчина, который работает на фирме. Ну да. А что такого? Ну что, и ты собрался в этом идти на корпоратив? Ну да, а что такого-то? Ты ничего. А что вы там будете делать? Ну, не знаю, ну, выпьем там, выпивка, танцы будут. Ну, как обычно, что? А что такого-то? Да ничего. Сколько лет вашим женщинам? Ну, от 20 до 30. 5? Нет. 6? Нет. 9? Да нет, от 20 до 30, точка тут. То есть у вас 300 женщин на фирме от 20 до 30, и ты единственный мужчина, который будет на корпоративе? Ну да. И ты пойдешь вот в этом? Ну да. Ну нет. А что нет? Ну ты посмотри на себя. А что, что? Ну у вас молодежный там коллектив. Ну, ты выглядишь как старик. Я выгляжу как Брэд Питт. Брэду Питту 54 года. Ты хочешь, чтобы тебе там все уступали место? Да не, ну это вряд ли. У нас, знаешь, как быстро напиваются они. Значит так, давай, снимай пиджак. Снимай пиджак, я сделаю с тебя модную, молодежную, стильную одежду сделаю. Но. Тебе. Ну, рубашку снимай тоже, она вышла из моды. А когда она вышла? Ты мне ее вчера покупала. Ночью вышла из моды. Надо следить за тенденциями моды. Сейчас я тебе дам рубашку. Ну так бери любую там, да и все. Любая не подойдет, тут нужна особенная рубашка. У вас там 300 женщин будет. Вот она. Девай. Так она воняет чем-то, эта рубаха? Это кондиционер. Выветрится на морозе. Что за кондиционер такой? Верность называется. Слушай, так она с дыркой вот тут, эта рубаха. Такое ощущение, что ты эту рубаху я вот тебе год назад давал, на тряпки. Ты сказал, она не модная. Нет, это другая. Это я специально хранила для нужного случая. Вот этот случай настал. Ну а с дыркой что делать? Вот свитер одевай, закроешь дырку. Так на нем барсик спит.